Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Всем привет, с вами Прия. Сегодня среда, а значит, пора получать топ-эквипмент for my characters. Начнем с монаха, закончим воином. Ну, ДК, конечно, будет в серединке. Поехали. В специализациях Мелевар, быть может, пойдет что-нибудь полезное. Что же это? Это кольцо 410-го item левела. В теории, кстати, полезное, возможно, даже по статам. То есть, очень много крита. Нужно будет подумать. Конечно, у меня уже целая коллекция этих колец, но, в принципе, не помешает. Заходя на ДК и еженедельно вскрывая сундуки, мне всегда хочется полутать что-то высокого эквипа. Ну, действительно, в тот момент, когда персонаж уже 415-го этом левела, а колечки до сих пор 400-го, это как-то немного грустно. Я думаю, текущая неделя многое изменит. Надеюсь на это. Спасибо. Вот это хороший лут. Искусность, конечно, ну такой средний стат, по-моему, сейчас для Blood ДК, не особо пользующийся популярностью, но, в принципе, вполне неплохо. Хорошее кольцо, очень хороший ключ, очень добрый. Что там по модификаторам текущей недели? Кровавый, мучительный, укрепленный. Усиленные мобы по хп-атаке, разливающиеся кровавые лужи под мобами при их смерти. А мучительный хп группы должно быть 90% и выше. Да, по-моему, я прав. А иначе быть не может просто. Навара, что бы я хотел пролутать? Одноручка есть, щиток есть. Что еще для полного счастья не хватает? Тринкет 355 надо бы поменять. Ну, реально, пора уже. Это что такое? А, это плащ без хосты. Но, в принципе, за счет того, что он на 10 этом левела выше, в принципе, это весьма полезно. На сфиговом уровне я ничего не могу себе открыть, но зато у меня есть пыль титанов. Я могу ее успешно потратить на воине. Ну, конечно, могу и на ДК, и на Монке, но уж как-нибудь в другой раз. В текущий момент не особо требует игра от меня большого вливания времени, поэтому можно и отдохнуть, отвлечься от нее, поднабраться свежих эмоций к патчу 8.2. Так. Что мы хотим заменить из азериток? Нужно подумать. Я хочу заменить наплечники, чтобы у меня был новый трансмог плечей. Классно, да? Покупаю азеритки с целью того, чтобы просто-напросто был трансмог. Какая-то, наверное, хорошая азеритка. Или нет? Ну-ка. Так, кровавый спорт. По-моему, в количестве одной штучки он у меня есть. Нужно ли их два? Вопрос хороший. Я займусь исследованием всего этого уже вне записи. Так что всех вам благ, счастья, здоровья, чтобы вам хорошие азериточки падали, много пыли титанов, само собой. Ну, это уже зависит от того, какой ключик вы закрыли недельный. Берегите ноги. До скорого.